Великая сцена, вижу шар земной, пертурбация за море, реже бриз, то тартар холодит, то адский зной, и нас пропитывает непрестанный риск. Все думалось, в Австралии житуха, ни вон тебе, ни революций злостных, никто там не обидит даже мухи, все лакированное с кенгуриным лоском. Но стоило поближе разглядеть, и там нет мира в семьях, в школах скучных. У каждого почти внутри сидит медведь, и сам всю злой дух с сомнением мучит. Такой же человек метется и тоскует за безответной любовь рубцы на сердце. Отвешивает милостыню скупо, призыв Христа пренебрегают дерзко. При подведении общего итога не скажешь сходу, где же жить полезней, где более угоден будешь Богу, когда кровать из золота, железа. До нас шагали полчища вояк, в историю вошли лишь единицы. Но где они, в каком котле сидят, живым не может натощак присниться. А они толпа, шумливый муравейник, но в каждом личность падшая душа. Мечтала будущее вызнать в откровении, к погибели, к победе не спешат. Придите, страждущие, с бременем ко мне, я успокою дух сомнением полный. Я кроток и смирен, душой моей вполне, я усмирю бушующие волны. И в этом мире есть душе услада, когда Христа поверил и принял. Он силой духа наделяет слабых, дает щит веры крепче, чем броня. 7 ноября 2006 года.